Снаряжается караван, мы начинаем подъем в горы. Странствование через горы, снега, обвалы, провалы и круче продолжается 4 дня. 20 раз мы обязаны жизнью маленьким умным лохматым горным лошадкам, которые карабкаются, как кошки по невероятным обрывам, и вдруг скользят по краю кручи и сразу падают на живот, расставив все 4 лапы во все стороны, и этим удерживаясь от падения вниз по крутому склону.